Мы на озере Магаби. Как-то сюда я пытался, ломился с верхнего озера, там закрытая зона. Вот, я не был уверен, что здесь обстоятельства не такие же, что я сюда попаду, поэтому вернулся и так и ни разу не показывал. Сегодня спасибо друзьям. Игорек с Надюшей меня пригласили сегодня на вот это вот чудо, которое немножко подсохло. Еще в августе месяце уровень был, насколько, на метр точно выше, да? Вот. Дождей нету, ну, в общем, вот так вот. И пасмурно, конечно. Зато в солнечную погоду горы отражаются в воде, красотища непередаваемая. Вот, цвета, краски, оттенки. Сейчас осень, но опять-таки, все из-за солнца. Оставайтесь на канале «Путешествуем вместе». Да, конечно, в ясную погоду здесь совсем другой вид. Вода бирюзового цвета. Горы больше желтизны, горы отражаются в чистой воде. Полезное с приятным, как говорится, отдохнуть — это одно, еще вот такой нежданчик, не ожидал, конечно. Игорек тоже тут накоцал, но Надюшка больше.